Нам бы уже пора начать. Думаю, я готова. Ты нажала на кнопку записи? Ну, я имею в виду, управление не показалось тебе сложным? Камера записывает? Да, все в полном порядке. Все твои слова в начале тоже записались. Мы же смонтируем видео и уберем это. Смонтировать смонтируем, но убирать ничего не будем. В этом и состоит главное преимущество наших приветствий. Они очень живые, и мы оставляем все ляпы. Я почти все это время снимала вас. А теперь вы хотите опозорить меня на всю аудиторию? Ты сама подписалась на этот позор. Да и лучше тебе все же начать говорить, запись-то идет. Да что же такое? Ладно. Приятно познакомиться. Меня зовут Рита. Мне 16. Я учусь вместе с Аней в одном классе. В планетариуме занимаю роль, отвечающей за съемку фото и видео. Так вышло, что у меня не очень много времени на хобби и на то, чтобы делать что-то еще угодно. Увы, но я вынуждена находиться в определенных сковывающих условиях, ограничивающих какое-либо развитие в творческом плане. Я никогда не скажу о подробностях на публику. Это мое личное дело, которое я не так уж сильно хочу открывать всем на обозрение. Но могу сказать уверенно, мне очень нравится заниматься оригами и фотографией. Это, наверное, и есть мое хобби. Что касаемо меня, я не всегда хотела принимать участие во всей этой группе. Я не люблю выступать на публике, не люблю всю эту Анину японскую айдол-культуру с этим гипероптимизмом и милыми песнями. Но я не смогла стоять на принципах, и в большинстве своем из-за воли чувств Аня все же втянула меня в это. Я поняла, что то, что делаю вместе со всеми ними, куда важнее, чем могло показаться. Другими словами, ты начала ценить всех нас? Может и так. И вообще, что-то забыла в моем приветствии. Прости, я просто не могла не сказать, как рада тому, что ты в группе вместе со мной. Аня! Мы очень сильно затянули по времени. Пора бы уже заканчивать. Стоп, подождите! Разрешите мне переснять все это?